Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшнем уроке про шоу-продюсер мы с вами будем делать переход от черно-белого к цветному изображению. Рядом выберите два файла, вот как у меня на картинке, и установите их рядышком. Открываете первый кадр и выбираете цвет. Наше изображение стало черно-белым. А следующее изображение останется цветным. Между ними используйте переход радар. Как его выбрать, вы уже, наверное, знаете. Вот в этом окошке выбираете радар. Применить. И посмотрим, что у нас получилось. Радар, и наше фото поменяло свой цвет. На этом урок закончен. Всего хорошего. С вами была Зося.